Все эти коробки и блоки сигарет от законных отличает одно – они без товарных знаков. Поэтому после того, как оперативные сотрудники транспортной полиции выявили этот товар на одном из складов, расположенных на территории аэропорта Толмачёва, то сразу его и изъяли. При проведении осмотра установлено, что содержимым груза является табачная продукция различных наименований иностранного производства без маркировки акцизными марками, поступившие в город Новосибирск авиасообщением из государства Центральной Азии. Кроме того, транспортные полицейские осуществили проверки складских помещений и торговых точек, в которые должна была поступить немаркированная табачная продукция. В рамках расследования специальная комиссия в составе транспортных полицейских в соответствии с судебным решением весь контрафакт уничтожила. По выявленному факту следователями управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу возбуждено уголовное дело за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.